В Курчатовском районе в мусорном контейнере обнаружили умирающего пса. Бывшие владельцы, видимо, решили избавиться от неугодного питомца и скинули в мусорный контейнер. Люди, которые обнаружили животное, экстренно отвезли его к ветеринарам, но уже было поздно. Очередной акт человеческой жестокости и пофигизма. Собаку нашли в мусорном баке, уже умирающую. Неравнодушные граждане привезли к нам спасать ее. Но, к сожалению, спасать было слишком поздно, у собаки множественное новообразование, но температура была низкая. Специалисты выяснили, исходя из его состояния, возраст собаки старше 10 лет и предположили, что пуделем вообще не занимались. Что же вы за люди-то такие? У вас собака прожила всю жизнь, лет 10, судя по состоянию зубов, а вы так подло и гнусно поступили. Теперь ищут хозяев собаки. Их могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животным.